В этом отделении ВДВ все равны. И бывшие заключенные, и папины сыночки, и простые ребята. Их объединяет молодость, неопытность и голубые береты на головах. Как звать? Тимур Дусматов. Не гигант. Как же тебя угораздило? А меня по блату определили. Значит, повезло тебе. Командир отделения, харизматичный сержант Вуров. Он научит мальчишек армейскому порядку, боевой сноровке и военной смекалке. Быть мужчинами, теми, кто побеждает страх и выручает товарищей. Что, бойцы? Будем и дальше служить вместе. Да, вот так вот. Я лично добился вашего назначения в свое отделение. Ко дню воздушно-десантных войск. Военно-патриотический боевик «Десант» 2 августа на телеканале «Самара ГИС».